После длительного перелета юных спортсменов в Ледовом дворце Лейботор встретили родные и друзья. Победители Кубка «Золотая осень» с воодушевлением делятся эмоциями сочинского триумфа. Они были сильные. Все хотят победы. Ну, мы боролись за кубок все равно. Да? Да. Тренировались, боролись и слушали тренера, короче. Крупный турнир собрал 8 хоккейных команд со всей страны. Якутская команда «Полярные волки» показала на состязаниях атакующий качественный хоккей и одержала уверенную итоговую победу. Тренер и сами ребята отмечают высокий уровень подготовки перед стартом соревнований. Подготовка у нас была с августа месяца. Мы работали, выезжали в Нерюнгри на сборы на 2 недели. Там у нас была земля и лед. Приехали в Якутск. Льда у нас тут не было, был ремонт. И вот перед турниром буквально 10 дней мы покатались и поехали. В финальной игре «Полярные волки» встретились с командой Курской области. Хорошая подготовка и стремление к победе обеспечили якутским спортсменам первое место. Так вообще, сказать, у нас очень хороший тренер, очень хорошая подготовка у детей. Несмотря на то, что у нас было очень мало льда, мы все равно поехали, дети, и заняли первое место. Яркую игру на кубке показал Артем Власов. Хоккеист стал лучшим бомбардиром турнира. Спортсмена наградили путевкой в лагерь юных хоккеистов. Это мои первые большие соревнования. По итогам турнира у меня 10 шайб. Хоккеисты этой группы «Полярных волков» занимаются уже второй-третий год. Тренировки проходят каждый день с обязательными выездными сборами. Этот сезон «Полярные волки» 2007 начали с победы и ставят перед собой самые высокие задачи. Влад Давыдов, Любовь Васильева, Семен Афанасьев, НВК «Саха», Якутск.